Я клею на БФ-6. С тех пор, как Саня поклялся отыскать пропавшую экспедицию, он упрямо идет к своей цели. Саня становится пилотом. И вот он на военном аэродроме в компании таких же, как он, красавцев летчиков. И на опасном вираже благополучно в землю не воткнуться, хотя казалось бы уже пилоту в небе море по колено. Не удержать его ничем. Готов летать пилот 4 смены, хотя казалось бы зачем. Я чисто поле выйду по утру лениво, круто витом, вильну хвостом, и заволнуется встревоженная нива под ветерком. Стрелят машины причекавшимся мотором, уйдет земля из-под нее, и обопрется на небесные просторы. Крыло мое! Крыло мое! Пилот живет, подобно вольной птице, всегда не там, где живуча. Он не спешит с семьей обзаводиться, хотя казалось бы пора. И при нехватке денежных ресурсов вот не растеряется пилот. Он не собьется с правильного курса, хотя казалось бы вот. Я чисто поле выйду по утру лениво, крутну винтом, верну хвостом, и заволнуется встревоженная нива. Ну а потом, ну а потом, ну а потом, ну а потом взорвется камни, очерневшие со страху, и разлетится воронье, и всю планету поразит своим размахом. Крыло мое! Крыло мое! Крыло мое! А под крылом моя земля, а под землей руда, а из руды моя страна. Сегодня сам товарищ Чкалов следил за тем, как ты козлил. Неужто сам? Клянусь. Такой двойной переворот наверняка увидел он впервые. Ведь он герой, он сам над полюсом летал, но он поймет, как важно мне найти следы Святой Марии. И если он в мою мечту поверить сможет, значит, просто он не видел твой полет. Он мне поможет, он мне поможет, он мне поможет. Тихо ты, идиот! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ Чкалов! Ну и кто из вас все это вытворял? Что я говорил? Все, тебе конец. Как зовут? Григорьев. Что же ты увял? Так держать, Григорьев. Молодец! Валерий Павлович, разрешите обратиться? Да замолчи. Я к вам с просьбой. Говори. Неисправим, неисправим. У меня мечта. Мечта, говоришь? Мечта.
лишь мечта. Осуществим! Осуществим! Переплывем, перелетим, и будет подвиг наш. И повторим, осуществим! Любое чудо, если нужно, сотворим. Осуществим среди врагов, в ночном бою, среди снегов, в суровом северном краю. Осуществим заветную мечту свою. Осуществим заветную мечту свою. Мечту свою. Осуществим заветную мечту свою. Чтобы получить разрешение на экспедицию на крайний север, Саня отправляется в Москву. Первым делом он идет к своему лучшему другу Ваньке Жукову. Валька со своей теперь уже женой Кирой и двумя детьми живет в типичной московской коммуналке с ее типичными обитателями. А поскольку дети, по примеру папы, занимаются биологией, то их многочисленные питомцы доставляют массу неудобств многочисленным обитателям московской коммуналки. Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза. Я чуть было говорить не разучилась. Это Жуковы их проделки. Черепахи, крысы. Белки. Развели в квартире, понимаешь ли, зоопарк. Устроили гибарит для собственных мышей. Убейте ваших тварей. Они разносят шеи. Так это же не мыши, а просто хомячки. А кто у дяди Миши подпилил все очки? А кто у тети Фиры все тапочки покрыс? Достала всю квартиру, отдала ваши крыс. Квартира вам не место для самок и самцов. А место для порядочных жильцов. Вот мы возьмем, да и напишем. Сюда придет товарищ Протон. Так а и вы, и ваши мыши, за все ответите перед судом. О, он пришел. Да. О, не удивлюсь, если это таки еще за вами. Вы кому, товарищ? Саня. Валька! Кира! Саня! Ты смотри, я думал, летчики с усами. Это кто? Неужто ваш? Просто копия папаша. И как мама с конопатыми носами. Это Саня. Это Петя. Просто звери, а не дети. Развели в квартире, понимаешь ли, зоопарк. Что вы, что вы, прелестные дети. Извините, товарищ пилот. Но похоже, у нас в туалете кто-то очень опасный живет. В ситуации полной трагизма нужно срочно его укротить. Со свойственным вам героизмом не могли бы хоть воду спустить. Что за гадость? Вы не бойтесь, он хороший. Что за мерзость? Я вам дам потрогать пальцы. Этот вид недавно вывели китайцы. Слушай там! А по мне он симпатичный. Вот. И, наверное, практичный. Потому что тараканами питается. Все, все, все. Не болейте все заботы на товарища пилота. Он устал с дороги, дай человеку отдохнуть. У нее в комнате. Ну-ка, жизнь, доживем помаленьку. Коптим атмосферу. Вы в порядке, смотри, скоро старший пойдет в первый класс. Кораблев постарел, Ромашов начал делать карьеру. Да, ассистент Николая Антоновича. Вот тебе раз. Кстати, Катя и он... Ну да ты уж, наверное, слышал. Что? Ты давно ей звонил? Я вообще не звонил ей с тех пор. Ай-яй-яй-яй-яй. 9 лет! У тебя просто съехала крыша. Ай-яй-яй-яй. Разве можно так девушку долго томить? Извините, что лезу?
совет. Звоните, не стесняйтесь, вы с Маринкой куда? Похоже, вы боитесь, и вовсе даже нет. А выглядит как будто таки да. Вот аппарат, и не тяните. Вы герой, вы родина, вот. И если вы не позвоните, то подведете весь воздушный флот. Не тяните. Катя и Саня встречаются после 9-летней разлуки. Они хотят объясниться друг с другом, но не находят нужных слов и расстаются так же и сказав друг другу о любви. Встречи.
отнести слова, что где ему предстоит столкнуться с непобедимой бюрократической машиной. Как широка страна моя родная, ни ближних и ни дальних концов мне не найти. Как управлять такой никто не знает, ведь каждый в ней дерзает, и всякий в ней стремглав летит. И все хотят на веру, и все хотят без меры. А где же аргументы, где численный расчет? Во все должна быть мера, на все должно быть вето. С печатью документы, порядок и учет. Порядок и учет. Я из 8-го летного отряда с командировочным листом. Билет при мне. Билет не надо. Мне бы отменочку. Потом. Так мне сюда. Никак не разберу я. Я пройду? Конечно нет. Но почему? Вам 72-ю. Но я там был. Сейчас обед. Нельзя же так на веру. Нельзя же так без смены. А где же аргументы? Где численный расчет? Во все должна быть мера. На все должно быть вето. С печатью документы, порядок и учет. Порядок и учет. А как же он? Есть нужды, по которым нельзя тянуть. Это да. А я 3 дня брожу по коридорам, и тоже срочная нужда. А ну потише, вы тут не шумите. Нет, я нарушу ваш покой. Вы кто такой? Негр, Кити Митер. Давай. Зовут Григорьев Александр. Живу я на вокзале. Я круглый сирота. Псих! Нельзя же так без спросу. Нельзя же так без смены. Все факты, аргументы и писемный расчет. На срочные вопросы поступят в срок ответы. Должны быть документы. Порядок и учет. Порядок и учет. Порядок и учет. Порядок и учет. Пытаясь организовать экспедицию, Саня Григорьев обивает пороги главсевморпути, но ничего не выходит. Кто-то явно не хочет, чтобы экспедиция состоялась. Вдруг в приемной Саня встречает своего заклятого друга Ромашова. Саня! Григорьев! Черт побери! Искренне рад такому сюрпризу! Здравствуй, Ромашка! Здравствуй, подлиза. Ай, Саня. Кончай пускать пузыри. Ты-то чего здесь оказался? Да уж не ты ли часом воду здесь мутишь? Ты что? Гляди, как дам, так улетишь. Ты чего? Это вовсе не я. Это наш старикашка проказит. Он боится, что твой перелет воскресит его старый грешок. Вот упал
ползает, словно змея. Он использует старые связи и уж точно на все, что угодно пойдет, лишь бы замысел твой растереть в порошок. Ты давай не крути, ты сам не зеваешь. Я вообще на твоей стороне. Видишь, как заворковал? Что ж тогда 9 лет ты такую улику скрываешь? Я-то знаю, что ты то письмо своровал. Но не делай такое лицо. Понимаю твое раздражение. Да ты была клеветом, увы. И естественно жаждешь суда. Ты получишь свое письмецо. Но уж сделай и мне одолжение. 48 часов уберись из Москвы и не лезь в наши с Катей дела никогда. Я, похоже, помешал. Нисколько, Николай Антонович. Видите ли, только что с настойчивостью чрезвычайной верный ассистент ваш, не стесняясь, предлагал мне помощь в том, чтобы позорить вас навек. Да-да, весьма печально. Он, подлец, припас на вас опасный компромат. Да-да, я в курсе, из чего бы ждать иного. Я его взрастил, а значит, сам и виноват. И что, подлец, он для меня отнюдь не ново. А кто же с ним рядом, летчик Григорьев? Нет, не назвать его подлецом. Сеете смерти, боли и горя с доброй душой и честным лицом. Как раненого волка меня вы обложили. Один цепился в холку, другой терзает жилы. А как я ненавижу вас, молодых и властных, вступающих все ближе и ближе и ближе, готовых бесстрастно добить старика, который шарится из тупика. Но зубы есть, но зубы есть, но зубы есть. Па! В Московском вокзале, покидающего Москву, Саню провожают Кораблев, Валька и Кира со своими детьми. Увы, организовать экспедицию так и не удалось, и Саня ни с чем уезжает в свою воинскую часть. Проводить героя летчика пришли и соседи Жуковых по коммуналке. Поезд вот-вот тронется, и строгая проводница просит пассажиров занять свои места. Но Саня все еще надеется, что Катя придет попрощаться. Чего ты раскис, капитан, словно клякса в тетради? Сорвалась экспедиция, плюсь, соберись! Прости. Николай Антонович непрост, ты смотри, как нагадил. У него еще много знакомых, глав всех мор пути. В этом всех мор пути бюрократ просто на бюрократе. Все еще впереди. Ты еще совершишь свой полет. Все, прощаемся, граждане, 10:05. Ну, бывай, капитан. Поезд сейчас отойдет. По вагонам, по вагонам, по вагонам, по вагонам. Саня! Катя! Катя! Ты пришла? Пришла. Пришла. Ну, хватит, хватит. Значит, все же ты мне веришь. Я сейчас закрою дверь. Ты погодите, двери шмери. Тут любовь у людей происходит, поймите, пожалуйста. Саня, а я ушла из дома.
главных слов не сказал. А я хочу уехать в Ленинград. Как средний сигнал. Я там даю работу. Как звон тетивы. Какую? Навек друг друга потерять рискуете вы. Специальности. Ну же скорей, сейчас я поезд не остановлю. Значит, никогда. Но должен ты об этом знать. Ваш последний шанс. Все хочу тебе сказать. Дорога, что я давно тебя люблю. Господи, наконец. И стоило так тянуть, чтобы расстаться, когда уже в пору шагнуть под венец. Вам бы давно смекнуть, ведь это как дважды два. Уже понятно. Это любовь, ревущий водопад, раскатистый набат, пожар виноватнение. Это любовь, безумная мечта, и счастлив тот, кто стучит в ее врата. Это любовь, прекрасная и вольная, жара, безбрежные просторы. Это любовь, и все вокруг твое, когда открыты для тебя врата. В том же день, в 6 утра на заре, на каком-то
степном перегоне нам немецкие танки отрезали путь и, шутя, эшелон расстреляли в упор. Я его оттащил от железной дороги, доволок до ближайших осин уложил под кустом. Он был слишком тяжел, мне пришлось отползти за подмогой. А потом, это ужас, что было потом, я вернулся за ним через час. Думал, он все лежит неподвижен. Я метался среди этих осин, но найти его так и не смог. Я пытался, но, каюсь, не спас. И, конечно же, вряд ли он выжил. Безоружный, больной, совершенно один в окружении врагов и почти что без ног. Нет, все было не так. Я могу это твердо сказать. Вы не ангел, вы враг. Выдают вас за верные божьи глаза. И своим вдохновенным враньем никогда вы не сможете скрыть одного. Кромашов, это вы убили его. Уйдите. Это не я. Уйдите. Это не я. Хотя и мог в лесу безлюдном его добить. Я не пойму, как выпал сон, когда побили эшелон, как он добрался до этих осин, где я наткнулся на него, едва живого, друга детства своего. Клятва на крови, дружба навсегда. Все это мура. Чушь, 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 детская игра. Все это мура. Все это мура. Детская игра. Закон природы прост. Из змеиного яичка, из змеиного яичка не вылупится дрозд. Не получится синичка, не получится синичка. И глупо ждать, что людской устроен по-другому. Дети, хоть и невинные, но все же человеки, из непорочных человеческих детей никто другой уже не вырастет вовеки, кроме людей, мерзких людей. Я сказал ему все это. Он это видел, отвяжись. И я сказал, ну вот уж нет. Ты испортил мне всю жизнь. Знаешь, что это такое? Это штука пистолет. Я сейчас махну рукою. И мои проблемы больше не будут. А он врешь. Ну слаб ты покончить со мной. А я, смотри, смотри, я спускаю крючок. А он, стервец, калека, лежачий, больной, схватил костыль, да так его сильно швырнул, что отбил мне плечо. Он же костылем мог меня убить, это же маньяк. До сих пор сильнее, я этот костыль, я его схватил и расколотил. Я забрал его вещички. Это не я.
Саня начинает искать Катю. Он приезжает в Москву, приходит в дом Татариновых, где дверь ему открывает Ромашов. В полумраке Саня не сразу замечает силуэт человека в центре комнаты, сидящего в кресле. Совсем. И вот теперь влачит болезнь.
что самое страшное, он полностью небо. Святой Марии. Вот оно, доказательство ее правоты. Но все это уже не имеет значения. Саня уверен, что Кати больше нет. Полярная ночь. На занесенной снегом улочке военного аэродрома стрелок-радист из Саниного экипажа развлекает байтами товарищей пилотов. Представьте дыму полная кабина и 8 дырок вдоль борта. Разбита вдрызг приборов половина, а снизу тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. Тут командир, слепую без наводки, решает сбросить весь запас. И гаду немцу прямо посередке, шарах-бабах, и бровь об глаз. Уж я не помню, братцы, как мы приземлились, вертя хвостом в дыму густом. Погнули лыжи, крылья чуть не отвалились, ну а потом... Еще чуток, еще бы самую бы малость, и самолет мутили сырье. Однако все-таки оно не поломалось. Крыло мое!
мог костей не сосчитать. Аккуратнее бы надо, да ну его не излечить. Чудак, ведь эту самую награду ты был живым не получить. Чуть не забыл, товарищ капитан. Простите, разрешите обратиться? Разрешаю, лейтенант. На КПП. Ну, в общем, там к вам гость. Похоже, из столицы. Это какая-то ошибка. Я никого не жду. Дождете, капитан? Еще как? Ждете. Искать, найти и не сдаваться. Следуя этому девизу, наши герои преодолевают все препятствия. Саня возвращается в строй и все-таки находит пропавшую экспедицию. Сань, Катя чудом, выжив в блокадном Ленинграде, все-таки находит Саню на крайнем севере. Земля. Немало долгих
пускай поменяемся мы, поменяемся.